момент установки скульптуры здесь присутствует у нас и Марко, сын Милошевича. Хочешь сказать? Ребята, как здесь на табличке написано, мы, к сожалению, были репетиция для того, что произошло в России, за то, что происходит на Украине. Югославский кризис, югославские войны, это то же самое, только Украина ускоренный вариант. Мы, к сожалению, битву проиграли, войну, надеюсь, нет. На наших ошибках и на нашей судьбе русские научились и победили. Сырбина чува, слава и Бог! Победа! Слава Пьера! За победу!